В Сахалинском государственном университете подвели итоги приемной кампании. Ее результаты в главном вузе региона назвали рекордными по количеству абитуриентов. Речь о желающих поступить на программы высшего образования, включая и бюджетное, и платное обучение. Среди них есть и те, кто будет учиться по целевому набору по запросу от конкретных работодателей. Такого числа новых студентов, более 1000 человек, в СГУ не было последние 5 лет. Университет выполнил задание, назначенное Федеральным министерством науки и высшего образования. На следующий год у нас есть ряд планов. Во-первых, это повышенный запрос контрольных цифр приема. Мы планируем запросить еще на 20% больше, поскольку планируем развитие, планируем открытие новых направлений, в том числе в инженерной деятельности, в рамках развития передовой инженерной школы. Для этого создадут дополнительные профильные классы для старшеклассников. Новая приемная кампания, говорят в вузе, начнется уже в октябре с родительских собраний Олимпиады Сахалинтех и продолжения проекта 500 школьников. Напомню, в 2026 году планируется радикальное обновление САГГУ. Сейчас для него строят учебные корпуса и общежития.